Автор данного видео немного ебанутый и не несет ответственности за ваш мозг, мало ли что этот долбоёб может придумать, есть мат много, просим одеть наушники, приятного просмотра. Халё-малё, друзья, на связи президент этого канала Гёрдж, и сегодня у нас обзор на обновление в Warface. Первым делом нас встречает мясорубка Марс, которую вы увидите чуть-чуть попозже. А сейчас мы смотрим на другие карты и на магазин. Это самое главное. У нас добавили карту, как всегда, ферма Хэллоуин. Было это в том же году. Отличная карта, мне очень нравится. И квартал Хэллоуин. Давайте перейдем к магазину. Магазин... Это... Это... Понимаете, да? Понимаете? 250 тысяч рублей. Ты да, он каких рублей? За жетон. Ой, блядь, что это такое? Знак, за знак. Вот. Вы понимаете, 250 тысяч варбаксов за знак. Еще раз! Это надо быть таким ебанутым человеком, чтобы такую сделать цену. Мне интересно, они коробки давали? Ничего. Ай, блядь, пизда нахуй. Посмотрите, сколько стоит у нас нашивочка. Ну, не очень такая красивая. Вот это побольше красивее, чем это, по моему вкусу. И это стоит 5 миллионов фарбаксов. Вы хотите сказать то, что кто-то накопит 5 миллионов фарбаксов и будет покупать вам нашивки? Вы что, ебанты? Админы. Слово для вас. Я сейчас говорю. Идите нахуй, короче. Это Марс, нахуй. Это, понимаете, ПВЕ Марс. Ой, ПВЕ. Чё говорю-то? Меня убили. Да почему? Чё ты переключаешься-то? Так, ел шарика. Гонка не шлетает. А кто? Как они двое-то сдохли? Вот гонка. В принципе. Да опять сдохли. Опять сдохли. Да. Я только нацеливаюсь, сразу же подыхаю, челики. Я даже ей не убиваю. И кто-то другой убивает. Какой-то стиллер вонючий. Ну, карта почти такая же, как из, ну, типа, из обычного Марса. Да, типа это же. Типа такой же Марс есть. Ой. Пуля сама полетела, кстати. Откуда вот он вылез там? А там спавнится, что ли, можно? Я не понимаю. А, да, я тут только что... Заспавнился. Да. Как он еще раз? Арсу скаут или как? Что-то такое, короче. На тебе. Фига, вы увидели этот баг? Я там свою текстуру видел, когда вставал. Вот опять. Это было. Плюс баг к игре. Да... Ты чё? Да со всех сторон гандоны. Шучу. Ну блин. Вообще, тут мало экшена. Да... Почему именно по мне? Почему ты не по нему начал стрелять? Экшена вообще мало. Типа, что-то новое добавили. Как новое? Ну, типа, это... Поиграться против игроков. Ну, вот это уже интереснее, чем было. Чем других седов добавляли, блин, непробиваемых. Уберись. Да не трогай меня. Да как он... Чего, блин? Как мне это... Евгений убил меня. А куда мы это... Мы по кругу, что ли, будем бегать с тобой? Да как я его не... А, фига тут. Это я умираю? Так, почему она переключается? Я спалюсь, а он берет, переключается.
Ну чё ты меня трогаешь так? Не русский ты немножко. Да как у... за которых мы играем в ПВП, обычно с пулеметами, там вообще и молчать только нахуй. Удалять игру, когда против тебя играют. Я вот серьезно отвечу. А в принципе, вот это обновление, ну нормально, только оно, наверное, это обновление и спасло. Потому что я посмотрел магазин, и это полный пиздец. Ой, ну... Сами понимаете, я в начало ролика вставлю, увидите, это полный пиздец. Ладно, шо, блядь, я буду заканчивать, а если вам понравился мой видосик, вы можете въебать, конечно, лайк, нахуй. А если вы не подписаны, а я знаю то, что вы не подписаны, подпишитесь, сделайте кнопочку красненькую, ой, красненькая, конечно, блядь, не отписывайтесь, я вам говорю. А подписывайтесь, чтобы она была серая, нахуй, чтобы я ее не увидел на белом фоне. Вот. То красная выделяется, мне не нравится. Вообще, сделайте ее серой, короче, все. Пока, нахуй.